Жертвами крупного ДТП в Ставропольском крае стали два человека. Еще около 30 получили травмы различной степени тяжести. Большинство из них доставлены в больницу города Минеральные Воды. Двое, в том числе ребенок, находятся в реанимации. Авария произошла на федеральной трассе «Кавказ» у станицы Ульяновская. По предварительной версии, водитель пассажирского автобуса уснул за рулем. Всего в автобусе находились 34 пассажира. В основном это жители Майского района Кабардино-Балкарии. Они возвращались домой после отдыха в Анапе. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Обратилось за медицинской помощью 28 человек. В настоящее время 12 человек из них госпитализированы. Одну пострадавшую девушку мы переправили в город Пятигорск в нейрохирургическое отделение.